Добрый вечер, перед ток-шоу «Народ гляди», я Лиза Мария Волконская. Тема сегодняшней передачи – санкции для Крыма. Смеяться или плакать? На этой неделе все бурно обсуждают санкции, введенные ЕС против России. В черный список вошли 9 предприятий Крыма. Так ли страшны эти санкции, как они могут повлиять на экономику полуострова? На эту тему даже слагают пословицы, что иностранцу санкции, то русскому смех. Так смеяться нам или плакать? Об этом сегодня говорим с нашими гостями. Давайте посмотрим, кто у нас в студии. Полюшкин Николай Петрович, министр сельского хозяйства Республики Крым, заслуженный работник агропромышленного комплекса. Окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия. В прошлом заместитель председателя по кормопроизводству, агроном-энтомолог, младший научный сотрудник отдела земледелия, главный агроном колхоза имени Горького, заместитель председателя Сакской районной государственной администрации. Человек, который не боится выезжать в поля, легко садится за руль комбайна и напрямую общается с аграриями. Полищук Виталий Викторович, генеральный директор крупнейшего в Крыму агропромышленного комплекса «Скворцова», член партии «Единая Россия», лауреат награды «Золотой ягуар» за безупречную репутацию. Человек, который всю свою жизнь посвятил агропромышленному производству, всегда стремится к совершенству и осознает свою ответственность перед крымчанами. Своим трудом поднимает родной поселок Гвардейское и прославляет Крым. Считает: богатая земля, богатый урожай, самодостаточное село. Коломейцев Николай Васильевич, лидер крымских коммунистов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя КПРФ Государственной Думы, член президиума ЦК КПРФ, окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, получил благодарность от президента Российской Федерации за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Рязяпов Ильдар Венерович, председатель политической партии «Партия ветеранов России», ветеран боевых действий, не сомневается в рядах крымского политикума, они будут самыми сильными. С гордостью заявляет, его политсила единственная, созданная ветеранами всех категорий. Их голоса должны быть услышаны и властью, и обществом. В сентябре поборется за место в Госсовете Крыма. Зубков Олег Алексеевич, руководитель рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», член Всероссийской партии «Родина», директор зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорске. Трудовую деятельность начал матросом первого класса Керченского морского торгового порта, затем служил в вооруженных силах СССР. Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым 5-го созыва. Человек-легенда, у которого все просят автограф и фото на память. Сейчас решил идти повторно в большую политику. Уверенность в победе придают 60 львов за спиной. Согласны ли с заявлением, что Крым полностью заблокирован из-за санкций? Да, конечно, нет. Я буду в целом приводить оценку действующую, то, что происходит сегодня в экономическом секторе и в сельском хозяйстве. Мы прекрасно понимаем, что СССР пережила холодную войну, да, начиная с 1946 года, когда создан был блок НАТО. И, увы, к сожалению, когда была развалена СССР, это 91 год, мы прекрасно понимаем и видели, то есть в каком состоянии находилась экономика, вообще сельское хозяйство, здравоохранение. То, что те санкции на сегодняшний день, они применяются, я считаю, что это звонок, реальный звонок к большим переменам в отношении именно к руководству, именно к руководителям государства, то есть в целом Российской Федерации, потому что мы видим сегодня, увы, к сожалению, что частный бизнес, олигархия, она сегодня превалирует. Ее становится все более и более. Мы видим в отношении сельского хозяйства, в каком сегодня находятся те колхозы, совхозы, миллионники. Увы, к сожалению, я еще раз говорю и повторяюсь, прежде всего, я буду об этом говорить, чтобы градообразующие предприятия, они все должны принадлежать государству. Это прежде всего муниципалитеты и государственность. Это очень важно учитывать. И если мы сейчас, вот те санкции, которые именно применяются в отношении Российской Федерации, я считаю, то, что я полностью
как бы, то есть я анализирую, просматриваю и вижу отток капитала из России, там 80-90 миллионов долларов, это по сводкам Центробанка Российской Федерации, то, что на сегодняшний день происходит. Я считаю, то, что эти угрозы, конечно же, изначально они на экономику повлияют. Они повлияют, но для нас, прежде всего, то есть будет время перестроиться. И это реальные как раз позывы посмотреть на тех олигархов, которые сегодня находятся и на территории Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, они зарабатывают в угоду лично себе, не в угоду государства, и с этим нужно бороться. И это необходимо. Возможно, это критично, но это лично мое субъективное мнение. Потому что мы видим, я сам прекрасно понимаю, что я занимаюсь политикой. Увы, к сожалению, у меня сейчас нет никакого бизнеса, потому что политикой нужно реально заниматься. Этим мы занимаемся уже 2 года. Как была создана наша политическая партия ветеранов России. Именно как раз и отстаивать и в целом ветеранов. Ну вот, по отношению к санкциям, я еще раз говорил и буду говорить то, что, конечно же, сейчас предстоящие выборы у нас пройдут, и мы прекрасно будем понимать, что и ценовая политика, я так понимаю, и ЖКХ, и в других сферах продукты питания мы видим сегодня спекуляцию, которая нарастает. Со спекуляцией нужно бороться и необходимо, потому что ценовая политика, когда мы видим в Симферополе одна цена, в других районах другая ценовая политика, необходим контроль государства. И я считаю, важно сейчас в Крыму сохранить государственность. Важно. Городообразующие предприятия, они должны быть сохранены. Спасибо. Я сам проживаю уже здесь 27 февраля, нахожусь в Крыму. И лично сам вот наблюдаю, сколько анализирую. До сих пор, то есть, чтобы перейти на российский лад до 1 января 2015 года, я говорю, наблюдаю эту спекуляцию, и мы выходим как раз с лозунгами против коррупции и спекуляции. Увы, к сожалению, оно присутствует. Далеко вот, ходить не надо, на каждом рынке. Если реально не заявлять, мы прекрасно понимаем, да, должна бороться антимонопольная служба, должны бороться муниципалитеты. Но когда не будет принят закон, это вот как раз вот товарищ депутат, коммунисты, близкие по духу, я бы сказал, потому что я сам рожденный в социализме, я прекрасно понимаю, что раньше за спекуляцию сажали. Это было жестко. На сегодняшний день мы наблюдаем, спекуляция — это корень зла. А это завуалировано, мы не видим. Мы видим вот эти посреднические услуги сегодня, эту куплю-продажу, которая набирает глобальные обороты. Она пожирает в целом систему. Вот где зарылась-то на самом деле. Мы не говорим об этом сегодня, но это необходимо учитывать. Это очень важно. Все законы есть. Вот коснусь вашего вопроса, я говорю, вот я сейчас изучаю в целом паспорт Крыма, и мы прекрасно наблюдаем, что практически весь Крым, он в частной собственности. Кроме санаторно-курортного лечения. Россия нет. Ну, Россия в том числе. Не, ну а что же вы хотите? Мы прекрасно с одной понимаем, стороны. Еще раз говорил, что если градообразующие предприятия мы сейчас не сохраним, и ценовая политика у нас будет расти, будет расти недовольство. Оно будет расти. Когда мы открыто здесь заявляем, говорим это да. А вот если реально работать, трудиться, и чтобы достойные люди пришли во власть, не только там кулуарно как-то заявлять, либо уже вопрос решен, кто пройдет во власть. Вот я уже говорил вам о толерантном поведении России. Что сделали украинские олигархи? Скажем, есть всемирно известный некогда завод «Залив», да, который делал крупнотоннажные танкеры, там 150 тысяч тонн. Вот Живаго, Тимошенко, они что сделали? Взяли, купили 3 верфи в Норвегии, сделали консорциум, и у него включили «Залив». Понимаете? Но уже как линейное предприятие. Весь менеджмент живет сейчас в Киеве, бросили остатки рабочих и задолженность 6 месяцев. Я просто там был, знаю. Если посмотрите, скажем, в том же Севастополе, предприятие Порошенко, примерно такая же схема. То есть олигархия украинская, она что сделала? Она просто соединила собственность крымскую с международными, скажем, предприятиями и сделала их линейными. С моей точки зрения, вопрос простой. Госсовет Крыма принял решение о национализации. Но надо его вести до конца. И через национализацию, если необходимо будет потом, может, чего-то можно будет и приватизировать. Все это делается. Но это требует времени. И второе, по портам. Действительно, с нашей точки зрения, судоверфи Крыма можно будет загрузить как раз на федеральную целевую программу по возрождению прибрежного судоходства. Вот те, кто постарше, помнят, что раньше из любого порта Крыма можно было хоть в Одессу, хоть в Сухуми, хоть в Батуми, хоть в Сочи, хоть в Новороссийск. Сегодня парка судов нет. Поэтому я уже такие вопросы забил и Министерству промышленности, и Министерству
транспорта, и правительство Российской Федерации, и президенту мы отправили, но нужна снизу, потому что, понимаете как, ни президент, ни премьер, если не подработать федеральную целевую программу, не представить, но это тоже требует времени. Правительство денно и нужно разрабатывает, над этим работает. Министерство Крыма, чтобы знали, министр по делам Крыма, это человек, который значительную часть своей карьеры занимался Савельев, формированием Савельев, целевых да. программ. Савельев. Поэтому я уверен, что сейчас вот до конца года произойдут вот эти все утряски, и начнется фундаментальная работа по возрождению экономики Крыма, ну, на более фундаментальном уровне. Вот что можно сделать быстро, с моей точки зрения, и нужно сделать быстро, это взять и транспортную инфраструктуру. Она относительно немного денег стоит, но я бы на месте руководства первое, что сделал, Керчь, Севастополь, Евпатория, Ялта, Армянск, и Джанкой, Феодосия. Взял бы, расширил дорогу асфальтированную. Привлек бы, если ну, людей здесь своих хватит, техники и специалистов вот с Дона и Кубани привлек бы. И сделал бы это демонстративно за полгода. И с моей точки зрения, на это надо и совету это министру обратить внимание. Деньги, кстати, из бюджета выделены. Я это знаю. Знаете, я, в отличие от коллеги, давно все изучил. Нет, вы и мне когда скажите, сюда пожалуйста, ехал, откуда вы деньги-то взяли? Дорогой мой, мы из бюджета Российской Федерации, который 14 триллионов рублей, взяли и Крыму 250 вот, миллиардов. Смотрите, от всех подавали. От всех субъектов отняли по чуть-чуть, и никто не возражал. Вы имеете в виду, в России... Плюс субъект помогает напрямую. Сегодня, а накопительная система? Вот, накопительная послушайте система. Меня внимательно. Сегодня все субъекты Российской Федерации, помогает. Или, по крайней мере, европейские части, закреплены за районами Крыма. Я уверен, я послушайте, сейчас отвечу. Молодой человек, вы послушайте. Надо уметь слушать, тогда будете хорошо говорить. Надо что сделать? Надо обязательно, поймите, набраться терпения. Почему? Ну, быстро сказать. А сделать любую вещь я говорю очень сложно. Поэтому можно пинать правительство. Можно там говорить, вот надо так. Да все понимают, что надо. Но от надо до есть, есть определенный цикл. Разработка проектно-сметной документации. Ну мы понимаем, да. Тендеры, все остальные да. вещи. Ильдар, а расскажи. Вот я вам хочу задать вопрос. Вот вы да, говорите, пожалуйста. А вы знаете, как на регионы вообще, то есть, как собираются деньги? Вы знаете знаю, или нет? Знаю. А как они собираются? Ответьте мне. Лучше, нам, чем вы знаете. А? Лучше. Вы не знаете, как деньги собираются. Налоговая служба далее собирает налоги. Но проблема регионов заключается в следующем. В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, к сожалению, изменена статья, когда 50 на 50 делились налоги. Понимаете? И сегодня у нас перевернутая шкала. У нас, к сожалению, идет рост задолженности субъектов Российской Федерации перед бюджетом, консолидированного бюджета. Вообще. 2 триллиона он составляет. А я, ну, я предлагаю, это, Николай, это человек спрашивает, даже ему должен ответить. А нет, а почему? Потому что я хочу сказать, потому что я знаю, как собираются деньги, когда ко мне обращались. Я сомневаюсь. Когда к нам обращались и в целом в партию, когда на местах... Да у вас партии-то еще нет. Ну что вы о партии? Подожди. Нельзя нам о партии говорить нет, сейчас. Хорошо. Оштрафуют смотрите, компанию. По сельскому... До 14 августа нельзя о партии говорить. Я еще раз говорю, говорю с точки зрения знания закона. Смотрите, как собираются деньги? Когда с людей взимают добровольно, принудительно денежные средства. Где? Где? В Украине. Молодой человек. Я вам таким Башкортостан. Вот руководитель. Видите, вот он знает, как снимаются деньги. Я знаю. Я... Насчет пришло раз, он налоги у него раз. Мы, мне кажется, мы уже отошли с вами от темы. Давайте посмотрим наших телезрителей, как они считают, какая ситуация с сельским хозяйством, как его возродить или не возродить. Николай, тогда вы уже потом прокомментируете мнение хорошо. Наших крымчан. Давайте посмотрим. Для этого надо выделить рабочие места, чтобы были, можно было найти работу. Желание нужно, да и все. Поддержка государства. По-другому никак. Ну, если постараться, все реально. Ну, когда вода будет, будет и вливание, конечно, деньги. Только чтобы это экономно и рационально было. Я считаю, конечно, при нормальном менеджменте, при соответствующем вливании денег и грамотном управлении этим всем, конечно, возможно. Я думаю, что реально, если вкладывать деньги. Ну, чтобы люди в колхозах работали, как положено, получали зарплату, и все встанут на свои места. Ведь все растет. Персик растет, все растет, виноград растет. Ну, вы посмотрите, запустили. Справиться с водой, прорвет канал, построит мост, и все у нас будет круто. Я думаю, что да, если Россия постарается.
добавлю. Вот, вы правильно, кстати, вот из трибуны говорили, то, что очень важно сегодня, если мы проглядываем, смотрим на списки, те лица, то есть те, кто был у власти, реально те же лица снова идут во власть. То есть мы говорим о новой власти, что пришли новые люди. И, увы, к сожалению, то есть наблюдаем одну и ту же картину. И правильно человек с трибуны говорил то, что когда начинают они снизу о чем-то говорить, пока они не будут собираться коллективно отстаивать свою позицию, ничего не будет. И я стараюсь сейчас, вот сколько на протяжении этого времени мы работаем, довести до людей, что необходимо объединяться и нужно работать. Мы прекрасно понимаем, и для чего созданы эти политические партии. Я тоже вот за эти два года работы я вижу. Но лидеры реальные, те, кто может за собой повести людей, таких, увы, к сожалению, можно пересчитать только на пальцах. Вот из лидеров, из молодых на сегодняшний день, а нас таких на российской арене, нас трое, которые возглавляют примерно политические партии. И мы прекрасно понимаем, что это очень большой труд. Да, можно человека оскорбить, но, увы, в большей степени приспособленцы привыкли приспосабливаться. Где потеплее, а где гарантированно. А вы можете гарантировать, а мы не можем гарантировать. Мы можем только двигаться и бороться. Спасибо. Мария, можно реплик? Уважаемые друзья, мы должны понимать, что политическая партия, она и создается для прихода к власти. Но я просто тем, кто не знает или забыл. У нас всего есть три идеологии. Есть фашистская идеология, ее звериный оскал на Украине, мы чувствуем в Батьковщине и в свободе. Есть либеральная. И есть коммунистическое. Все остальное от лукавого. Нельзя по социальному, по половому признаку создавать партии. Вы поймите, это обман избирателя. Нельзя этим заниматься. Ну, это понятно, да. Виталий, а вы были в партии регионов, сейчас в Единой России. Это вот как ну, с принципом и убеждением вы вашим? Вы знаете, то есть для меня как бы вообще, ну, с одной стороны, непонятно, что партия Единой России – это та партия, которая принимала решение о вхождении Крыма в состав России, да, то есть они проголосовали большинством, и это основная партия, и для меня очень большая честь, что я нахожусь в рядах этой партии. В этой партии находятся также два наших лидера, Сергей Валерьевич и Константин Владимир Андреевич. Не в списке, наверное. Насколько я знаю, Аксенов не член партии Единой России. Он член народного фронта. Да, он первый в списке, да, но не член партии. Да. Да. Ну, это я внимательно слежу за этим. Для меня, вы знаете, что он в списке этой партии тоже является очень большим показателем. Это лидеры, которые умеют принимать решения. А я лично оцениваю людей по возможности, может ли руководитель принимать самостоятельные решения. Правильно. Так я считаю, что эти люди умеют принимать самостоятельные решения. Они имеют сегодня поддержку нашего президента. Да мы не пытаемся обвинить Сергея Валерьевича Аксенова, вы поймите. Мы говорим. Нет, подождите, мне сейчас вопрос задали, почему членом партии регионов, да мы сегодня видим, рядовым членом партии реально, регионов. Реально, что с партии регионов все перешли в Единую Россию, поголовно. И сегодня я являюсь членом Единой России. Но почему? До этого сидит у нас Олег Зубков, он был тоже членом партии «Единая Россия», в регионах. И сейчас, я думаю, что говорить, кто перешел, рядовые члены переходят, и это что, плохо? То есть, я считаю, что это какая-то эмоции просто. Да, нет, я хочу сказать, что... Вы же крымчанин, правильно? Да, я родился и вырос в селе, абсолютно верно. Вы свой список знаете? «Единая Россия» и знаете, «Партия региона». Это знаете, прекрасно брать. Понимаете, каждую личность. И «Партия региона» создавала жителей. Да, а у вас есть в списках крымчане? Конечно, у нас единственный человек... Вот вы знаете, до этого, пока не было списка, все говорили, что в «Единой России» будут одни ленинградские и московские. Все крымские. У нас тоже все крымчане. Единственный я. И то я себя считаю крымчанином. Потому что я здесь нахожусь 27 февраля. По боевым землям. По паям. Что можете сейчас вообще в целом сказать по паям? Как в последующем это будет применяться? Значит, во-первых, паевые земли, как правило, за любым пайщиком стоит государственный акт на право частной собственности, который и в рамках российского законодательства подтверждает право частной собственности. На территории Российской Федерации в сельском хозяйстве мы наблюдаем, что паевые земли перекупаются и перепродаются. Необходимо здесь вот этот фактор. Смотрите, это здесь сейчас уже предусмотрено мораторий на введение рынка земли. Только потому, что у нас земли практически почти 70% всех сельхозземель были распаеваны.
и сейчас за каждым стоит. Да, сейчас такая опасность существует. В России есть рынок земли, есть стоимость земли. Он покупается, продается, есть опасность, что может быть разорван земельный комплекс, единый земельный комплекс, вот, например, у Виталия Викторовича. Один человек продал. Не, есть закон, который да. запрещает. Вот сейчас, и сейчас дополнительно принимается закон, мораторий на приватизацию земли в Республике Крым. Для того, чтобы избежать вот этих негативных последствий, связанных с мгновенной продажей, разрывом целостных имущественных комплексов через полосицы, которые и так у нас присутствуют на сегодняшний еще день. Еще вопрос. Да что ж такое, Эльдар, у нас единственный гость сегодня это Николай. Меня интересует мнение министра по поводу кооперации. Что вы думаете в целом по кооперации? Значит, по кооперации двумя руками за. Объясняю, в чем проблема. Проблема, опять-таки, начинается с земли, проблема с имущественных отношений. Но самая большая проблема – это хозяйство населения. Я вам скажу, по Республике Крым, эта ситуация характерна для Украины в целом была, для России. 50%, даже такое соотношение, 40-55% валовой продукции сельского хозяйства в Республике Крым производит хозяйство населения, то есть приусадебные участки, личное крестьянское хозяйство. Решить эту проблему можно только одним способом – развитием потребительской кооперации. Да, колхоз умер, да здравствует колхоз. Да, мы разорили потребкооперацию, надо теперь ее создать. По-другому объединить население, которое производит половину валовой продукции, практически нет, невозможно. Да, нет, да ну что вы, ну издевайтесь. Вы скажите свое мнение, чего вы вопросы другим задаете? Вы мне интересуют сказать? Вопросы. Подождите, нет. Пожалуйста, вы хотели высказать. Дорогие товарищи, вопрос сельского хозяйства – это непростой вопрос. Надо любить землю. Землю любить надо. Люди должны любить землю. А чтобы они ее любили, надо создать условия для проживания на этой земле. Микрофон поближе просто. Вот так, не прямо? Ну, я это говорю потому, что я сам, правда, 5-летним взялся за плуг, но выбрал себе профессию другую, родину защищать. И 40 с лишним лет я носил погоны и защищал свою родину туда, куда меня посылали. Но сельское хозяйство, я всегда помню, составляло большую долю в обеспечении обороны государства. Мы забываем это. Ведь многие вещи, боевая техника работает на продукции сельского хозяйства. Я не говорю только о питании армии, создании этих запасов необходимых. Ведь мы же с вами сегодня находимся буквально рядом, где грохочут снаряды, убивают тысячи людей. У нас была встреча недавно в Центральном совете нашей партии ветеранов России с делегацией из Германии. И они прямо нам говорили, вы смотрите, проиграете Новороссию, вы получите удар в Крым. НАТО пойдет в Крым. Это говорили немцы. Понимаете? Это надо нам понимать, что ведь не случайно сюда наметилась Америка. Ее интересует Кавказ, который можно поднять, вспыхнет. И плюс, естественно, и весь юг. Спасибо. Но это тема для другой передачи. Мы просто можем это обсуждать. Да, и мне очень бы хотелось, чтобы Крым в сельском хозяйстве стал той пилотной программой, где развивается сельское хозяйство, и чтобы на этой программе учить другие регионы России. Вот у нас 60% сельскохозяйственных угодий, заросшие бурьяном в России. А их как поднимать? Вот здесь благоприятные условия. 40 миллионов. Спасибо, будем поднимать. У нас не так много времени. Спасибо вам большое. Нам уже нужно закругляться. И так 2 часа уже в эфире, на самом деле. По минуте так много всего обсудили. Действительно интересный эфир сегодня был. Но мне интересно, вот мы все говорим санкции. Мы называем эти предприятия, такие умные все сидим. А знают ли крымчане, мы у них спросили, вообще, какие санкции наложены, что это такое, и вообще, что Крыму грозит от этих санкций? Давайте посмотрим мнение крымчан, и тогда уже сделаем резюме, подведем нашей беседе. Не въездные кто-то оказался из наших, те, кто и не ездит вроде бы туда, но во всяком случае, и на их капиталы, находящиеся в зарубежных банках, тоже наложены санкции. Нет. Не в курсе вообще? Вообще не в курсе. И чиновников это не пускать. Севастополя. Так, начальника милиции, то есть начальника МВД Крыма. Ну что еще там? И эти морскую воду запретили ввоз. Ну я так не запомнил, потому что они большого значения не имеют. Все санкции, которые бы не предпринялись бы,
они пагубно влияют на нас, на молодежь. Это самое важное. Запрещают вывозить продукты, запрещают вывозить, поставлять массандровские вина, да. Не разрешается нам за границу выезжать, там, обучение, ну и все прочее, там, как говорится. Нельзя поставки, наверное, нам делать, нельзя никакие договора заключать, ни инвестиций никаких там в Крым не пускают. Ну спасибо. И плохо они сделали, конечно, многое потеряли. Все это бред. Мы победим. Мы славяне, мы всех сильнее. Спасибо. Спасибо. Это мнение было крымчан, но все-таки они в курсе, что такое санкции, какие, в общем-то, так, в двух словах, молодежи почему-то это вот молодому человеку мешает. Но, в общем-то, все-таки плакать нам или смеяться, я предлагаю каждому подвести итог вообще всей нашей беседе, потому что, еще раз повторяюсь, мы обсудили три темы как минимум затронули. Сельское хозяйство, выборы, санкции и все вместе. Ильдар, я предлагаю с вас начать. Да, я хочу сказать, ну, наконец-то, я думаю, пришло как раз вот и то время, да, как раз вот эти санкции, которые применяются в отношении Российской Федерации. Пришло время подзадуматься, реально. Еще раз я говорю, это все олигархия. Украину развалил олигархат. Мы прекрасно понимаем, что сейчас на территории Российской Федерации. И мы видим, что рынок замещен импортом. Сейчас понятно, что для нас определенное время, года три, я так предполагаю, что в целом даже для Российской Федерации, чтобы восстановиться, войти, чтобы поднимать всю вотчину, все сельское хозяйство, конечно же, нужно работать. Но мы прекрасно понимаем, спекуляция и коррупция – это корень зла на сегодняшний день. И очень важно, конечно, кто будет представлять интересы народа. Это очень важно на сегодняшний день. Кадры, еще говорил Сталин, решают все. Спасибо. Очень хвалят ваше телевидение, потому что оно является очень актуальным.